Всем большой привет! Это видео я начинаю с дегустации Настиного супчика. Смотрите, какой красивый. Грибочки. Все так аккуратненько, мяско. Шикарно. Посчитали же себестоимость продуктов. Ты говорила, Настя, в видео? 8 евро. Вообще шикарно. Я сейчас буду пробовать. Вкусно. Сейчас хочу вместе с грибочком взять. Кстати, на камере грибы почему-то такие тёмные. Я юшку попробую саму. Сейчас. Горячая. Я перепутала. Очень вкусно. Что? Сейчас вот яркость. О, вот так вот как-то. Очень вкусный суп. Сам бульон попробуй. Сыр. Подошел. Я думала, кстати, да, сыр отлично. Вообще хороший для супа, он идеальный. И без морковки даже, все хорошо. Так зажарка была все равно. Вкусный, да? Очень вкусный суп. Кремовый такой. Так что правда, да, ребята, да. Спасибо всем за совет приготовить супчик. Настя вообще умничка, я правда. Этот сыр вам советую, кто готовит вот сырный суп. Вот это, что я на камеру показала, сейчас еще кремия. Именно такой, он есть блатинки, а это, ну, чем на угодниках. Ну, это как классический, да? Классический, кремовый, да. Вот. Он реально подошел. Он сейчас по акции в Альди. Он стоит и будет эту целую неделю стоить евро 59, да? Он и нет, он стоит евро 50, а так он стоит евро 29 сегодня. Ну вот, он подошел мне для супа, реально очень вкусно. Попробуйте с этим приготовить суп, и у вас получится вкус. Реально кремовый получился. Вообще бомба. И соль, перец, не надо никакие приправы. Вкуснятина. Да, сейчас будем есть, потому что супчик остывает. Очень вкусный мне суп. Мне очень понравился тебе. Спасибо, да. Настя. Да. Готовьте, правда, рецепт просто достойный. Все, я ставлю лайк и надеюсь, вы тоже уже ставите лайк. Так, сделали мы домашнее задание. Может, кому-то будет интересно посмотреть. Сейчас я вот так на свет. Что нам задавали. Это задание вообще, конечно, легкое первое. Вот. Не, ну бы вот было сложное задание. Вот это последнее. Я не поняла. Тут, в принципе, все слова, которые мы уже знаем просто. Ну да, слова те, что... Да, мы сейчас вот с вами вспоминали. Это я не знала. Да, это я не знала. Говорила, да. И вместе вот это... Это и это я не знала. Да. Ну, как-то так, не знаю. Да, я не знаю. Я немножко пересмотрела мировоззрение свое. Я думаю, что в дальнейшем буду продолжать изучать немецкий. Не знаю, скажу так, как оно есть. Я думаю, уже я говорила уже на канале, что я не знаю, как, не то что отношения, как это называется, складется у меня с учителем. Сложится. Сложится, да. Поэтому надеюсь, она не будет меня расстраивать. Но для себя я вывела определенную цель, что я буду заниматься немецким языком, чтобы этого смотрит, не было. Да, да, смотрит с окна человек. На нашу лампу. Ага. И подумала, что буду изучать немецкий язык. Он меня просто сбивает, то, что он сейчас смотрит. Меня это, я не люблю, когда вот надо что-то решить. Так и не решили, кстати говоря, с окном. Тупо смотрит на меня. Нам надо, Настя, а что тут решать? Штору надо. Пусть смотрит. Ну, короче, да, как-то так. На первый успешных. День. Слава Богу. Еще осталось нам 3 дня походить. Увидим, как эта неделя пойдет. Наверное, дальше будет интересно. Знаю, сейчас у нас мы начали, кстати, 8-ю тему уже. Ну, уже быстро, кстати. Мы недавно книгу купили, уже 8-я тема. Настя, я хочу сделать белым. Как? Проходим. В чем дело вообще? Завтра я уверена, что и 9-я уже будет тема. Наконец. Да, и все. Извините, да? За этот... Да, ничего страшного. За что я клацала. Немножко кого-то раздражает, знаешь. Да, но задание, видите, нам дают именно определенно в тетради. Это да, уже только в тетради. А2. Нам уже только тетрадь. Вот мы купили эту тетрадь за 13, да, евро? Да, конечно. Не, ну может эту и дальше скажу вот здесь. А, ну да, 13,50. А та 27. Ну, понятно. Ну. Я им наговорю, что типа... 45 евро на одного. Ну, все равно, дорого. Ну, типа, если именно изучать, на самом деле, да, понятно, дается интеграционный курс, вот это.
Ну, на самом деле нет, надо конкретно садиться, заниматься именно с собой, сам с собой разговаривать, сам себе записывать, сам с собой вычитывать, перечитывать и так дальше, заучивать и все остальное, разбираться. А если ты не можешь разобраться, я же говорю, я сейчас буду пытаться разбираться, сейчас буду садиться домашним заданием, то понятно, надо... а именно надо самостоятельно садиться, заниматься. Но я не знаю, я лично не говорю, типа, если я буду в чем-то не разбираться, то в дальнейшем я не знаю, где я буду брать средства, чтобы находить какого-то преподавателя. Да, надо, Настя, украиноговорящего или русскоговорящего преподавателя нанимать, и только тогда будет какой-то успех. И, кстати говоря, надо сейчас взять книгу, в которой мы занимаемся на уроках именно, и все перевести на завтра, потому что да, быстро пошел темп. Да. Темп быстро пошел, перевести. Я же говорю, не факт, что сейчас возьму. А что ты вот тут раздёр? Поцарапалась, может. Что, чесалась? Сейчас напишут. Говорю, что я же им говорю, ребятам, что не факт, что типа мы сегодня же восьмую тему начали, не факт, что завтра уже девятая будет. Извините, типа восьмой теме это где-то, ну уж... 8, да, где-то листов, 10 где-то листов идет. Ну, 10 листов ой, точно скажу. Ну, 8-10. Там может даже больше. И как бы все за один урок, а потом следующая тема, ну, не знаю. Ну, типа вот, уроки вот так приходят. Прочитали, все, быстренько прошли. И, так у всех, Настя, как у всех. Да. У нас вот, еще, да. Может, и не так быстро, как у других, ну, а вы кто его знает. Говорите, да, надо конкретно, понятно, заниматься собой еще. Посмотрю, с собой лично. Тогда может что-то... начнется разъясняться. Да, после занятий по-любому надо садиться и самостоятельно изучать, иначе ничего не будет. И смотреть всякие книги, ой, книги эти, фильмы, мультики, с субтитрами, чтобы это было как-то более понятно. Приложение сейчас будем, кстати, сегодня, да, учительница посоветовала приложение. Оно платное. Ну, ну да, но на iPad ничего себе. За 100 евро в год. Как это приложение? 100 евро в год? Да, 100 евро в год. Ну, 80. Не больше? 80 с чем-то, до 100, да. 80, нет. А, я не услышала. Как-то на, как же, не помнишь, да, оно называется? Нет. Как-то, ну, короче, не знаю. Немец какое-то приложение, она советовала, типа, потом, когда наши, ну, одногруппники спросили, типа, сколько оно стоит. Промолчали, не знаю. Не, ну может кто-то и захочет себе, конечно, если хочешь достигнуть своей цели как можно быстрее, ты будешь там и деньги платить, и с деньгами, и без денег, все на кучу. На самом деле немецкий не такой уж и сложный язык. Если захотеть, то можно выучить. Просто надо захотеть. Да, захотеть. Если да. Человек захочет, он горы свернет. Да, это правда. Я не буду спорить в этом, да. Это просто лень человеческая, вот и все. Конечно. Есть, так было. Ой, опять что-то летает. Так что как-то, ребята, все на этом. Я пока что, наверное, пойду, я хочу умыться, Аня. Сделаю себе, я, кстати, не сделала. Кого? Думала снять видео, но завтра снимлю. Сегодня я себе отдельно сделаю коктейль. Опять? Коктейль, да. Ты же обещала людям рецепт мохито, Настя. Так у меня две бутылки. Одну я поставила лед, кстати, у меня аж нет для льда вот этих всяких штучек. И я в стаканчике, рюмочки такие маленькие нашла, туда воды налила и в морозилку поставила. Они не должны треснуть, ты и спрашивала. И сейчас себе сделаю пробный вариант, чтобы кстати, завтра снять видео. Кстати, мята хорошая, согласись? Мята, да, свежая. И цена запах. Нормальная. Да, хорошая вообще. Я хочу почитать, может, можно что-то вообще для организма. Я знаю, что мята для сосудов хорошая, для сердца хорошая. И ее высушивают. Там, ну, мне кажется, что ее в больших количествах нельзя. Нет, вообще. Конечно. Не знаю. Не знаю, мне вчера показалось, что много в чашке. И, ребята, не потому, что мне жалко мяты. Нам там написали, Настя съела мяту. Нет, там написали, что я этот, даю, как это так, съесть. Что не даю этот, мяту или что там, чипсы. Я к тому, что мне кажется, что ее так много нельзя просто. Написали. Да сколько она там добавила? Но мне так показалось. Почему-то я... Вообще, я веточку добавила, а вообще по три веточки просто больше. Я просто так подумала, что столько мяты нельзя. Я поняла. Разумим? Разумим, пани. По-польски? По-польски мувить. Кто?
Я. Короче, может, кому-то уже... хочешь привет передать, не знаю. Программа «Жди меня» уже. Там тебе писали, кстати, Аня, часто замечала, что ты очень похожа, ну, люди пишут хороших. Я знаю. Что там на сестру похожа, не знаю, еще на кого-то. Я знаю, мне так часто говорят. Мне пока что не писали. Ну, напишите, я жду. Помнишь про череп? Про череп, а что писали? Когда мы только начали вести канал, какая-то девушка написала за череп что-то такое, ну, что мы смеялись, вот иногда даже вспоминаем. Ой, голова же разболелась. Не будем вникать в это все. Ладно, в общем, как-то так, такое у нас получилось это видео. Еще раз повторюсь, что суп у Насти просто нереальный, очень-очень вкусный. Мы увидели много положительных комментариев. Настя очень радуется, говорит, вот, пишут, посмотрят, она да, нравится. Я рада, ребята, поэтому всегда говорю, типа, даже если могу промолчать, напишите, что вы, ну, типа, внедряете, то живете в Германии, много лет посоветуйте, определенно, если вы знаете. Что? Ну, пойдут. Боже, сейчас так сложно было. Я имею в виду, что сейчас типа... было, подожди. Сейчас вообще сложно было, у меня же голова разболелась. Я просто говорю, те люди, которые здесь живут годами, пускай скидывают, может, какие-то старинные рецепты. Я просто имела в виду... Про бабушек, дедушек и так дальше. Что тебе немецкий. Же приятно, когда пишут хорошее? Да, мне приятно, я же говорю, мне очень приятно, мне понравилось, я не спорю, да. И людям понравился спасибо твой большое. Рецепт, поэтому продолжай. Да, а мы тебя со зрителями поддерживаем стараться. В этом... направлении, в кулинарии. Да, спасибо. И там пишут, а почему Аня не снимает готовку? Аня, если вы посмотрите канал, увидите, что Аня периодически тоже появляется. Периодически? И делает рецепты. Что ты мне подмигиваешь? Аня, почему периодически? Что ты ответила уже на мой вопрос. В смысле? Потому что ты всегда проявляешь инициативу именно что-то приготовить и вот снять. Ладно. Завтра новый день, завтра вместе будем. Настя, сниматься. Ты вообще не права. Да ладно, все, Аня, закругляемся, это я закрываю. И ты вот шутишь, а люди подумают, что я никогда ничего не готовлю. А чего это? Готовишь ты? Готовишь. Ну, блин, сейчас каждую секунду я же тоже не буду снимать, что я готовлю, что ты делаешь, что ты готовишь, что ты там убираешь и так дальше. Я же этого не говорю. Ладно. Зачем? Всем спасибо за просмотр. Готовьте супчик, учите немецкий. Всем хорошего настрою. Настроение. Настрой. Да. На украинском настрой. Сейчас чихну, Настя. Давай. Прощайся. Будь здоров. Ну, будь здоров. О, боже. Всем спасибо, кто пожелал мне на немецком будь здоров. Я забыла, как это будет. Капец. Ладно, все. Все, ребята, все, на этом... всех да, любим, всех да. Целуем, обнимаем. Всем пока-пока-пока. Настя. Пока-пока. Ну. Всем пока. Ты любишь зрителей? Я очень хороших. Люблю, да, дорожу зрителям. Я люблю. Спасибо. I love you. Так что пишите. Вы когда пишете их часто либо. Хорошие комментарии, я всегда вот тогда я захожу, кстати. Я вам всегда ох, напоминаю. Ох, ты какая цаца. Нет. Я не в том смысле, но реально, если я могу посмотреть человек, который пишет, не в том, что там, она там, не знаю, мне комплименты, нет, это не в том смысле, я говорю, когда люди, ну и комплименты тоже пишут, но самое главное, когда человек может подсказать то, как сделать правильно, на это я обращаю внимание, посоветовать, да, что-то, да, правильно говоришь. А на хейтера я никогда не обращала внимания, и не буду, молодец. Это правильно, это у всех адекватных блогеров, так, молодец. Все, ребята, на этом всем пока. Продолжаем нашу учебу. Поддержите нас лайком и напишите комментарий, как вы учили еще раз немецкий язык. Я теперь перечитаю точно ваши комментарии. Все, всем пока. А, ты что, ненормальная? Что ты делаешь? Я вот так хотела завершить. Капец, мне чуть палец сломала. Все, давай, убери руку. Пока.